Добрый день! Сегодня готовим рулет из баклажана с творогом и с помидорами. Значит, берем баклажан, обрезаем, нарезаем. Так, нарезали. Теперь солим и будем жарить. Берем баклажаны, равномерно с двух сторон обжариваем. Пока у нас жарится, мы готовим нашу творожную массу. Так, теперь мы берем творог и добавляем в него чеснок и немножко соли. Творог мы взяли очень нежной консистенции, без твердых каких-то комочков, пастоподобный такой. Режем помидоры. Берем творог, ложим помидор и заворачиваем. Получаются вот такие рулетики. Вот такое вот блюдо. Очень вкусное и аппетитное. Так, готовьте, пробуйте. Приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.